В феврале этого года на портале «Добродел» проводилось голосование под названием «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Его цель – собрать предложения жителей, которые позволят повысить уровень безопасности в Подмосковье. От Ленинского городского округа в голосовании приняли участие около 1500 жителей. Было выявлено 54 проблемных участка, часть из которых будет включена в план работы на текущий год. Здесь необходимо будет принять дополнительные меры по повышению уровня безопасности в виде таких, например, мероприятий, как освещение увеличить, организовать маршруты дополнительные патрулирования сотрудниками УВД и установка видеокамер. Сейчас на портале «Добродел» запущено новое голосование по выбору мест установки видеокамер системы видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион». 20 адресов было выбрано на основе обращений граждан, поступивших в администрацию в 2020 году. Лидер голосования на данный момент – Северный квартал 24. С одной стороны большого дома – школа, с другой – стройка и ни одной камеры. Сейчас за этот адрес отдано около 40 голосов. Такой многоквартирный дом, столько людей, очень много прохожих, просто мимо идущих людей. Конечно, нужны камеры, потому что, ну, хотя бы как-то следить ситуацию. У нас здесь полно детей. Просто какая-то безопасность. Должна быть в каждом подъезде камера. У знакомых, да. И разбивали стекло даже вот. Был такой, да, что поставили машину, хотя она никому не мешала, то есть нормально все стояло около окон, получается, около подъезда. Но все равно разбили, да. Никто ничего, потому что камеры нет. На втором месте поочередно оказываются то улица Фокина, дом 2, то Олимпийская, дом 1, корпус 2. И там довольно оживленный двор, много машин и людей. Со станции много людей проходит. Идут через наши дворы, проходят. Я думаю, нужны нам камеры. А сами будете голосовать? Да, наверное, проголосую. Двор должен быть обозреваемым, потому что и машины ставят, и мою машину несколько раз поцарапали уже. Также среди вариантов для голосования 5 адресов в городе Видное, 3 точки в рабочем поселке Лопатино, 7 в Дрожино, по одной в поселках Боброво и Володарского. Напомним, что система «Безопасный регион» создается на территории муниципалитета с 2016 года. На сегодня установлено порядка 2700 видеокамер «Безопасный регион». Надо отметить, что только лишь в прошлом году мы установили 1700 видеокамер. Сегодня задача губернатором поставлена увеличение данной системы безопасной, расширение данной системы «Безопасный регион». И в частности будет установлено порядка 400 видеокамер в МКД. Проголосовать на портале «Добродел» за установку камер наблюдения можно до 10 марта включительно. И уже со второго квартала этого года начнется их монтаж. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.